Сразу 5 автомобилей столкнулись сегодня на трассе М7 в Цивильском районе около деревни Табанары. На трассе М7 в Чувашии столкнулись сразу 5 автомобилей. Водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, влетел в ограждение и встал поперек движения, что и спровоцировало остальные столкновения. Сообщается на официальных аккаунтах ГИБДД по Чувашии в социальных сетях. О пострадавших не сообщается. Сотрудники автоинспекции просят водителей быть максимально осторожными и не превышать скорость. В предстоящие выходные ожидается сильное похолодание и сильная гололедица.